шаг удар. В ожидании мастер-класса от звезды бокса спортсмены не бездельничают. К встрече с мастером стоит подойти подготовленными. Тренер команды «Хайкик» Артур Варданян лично знает многих сильных спортсменов, а потому мастер-классы, где начинающие бойцы смогут постигать секреты различных единоборств, станут неотъемлемой частью тренировочного процесса. Это у нас первый мастер-класс, но уже регулярно 1-2 раза в месяц будем приглашать звезд, которые должны провести мастер-класс для наших детей из нашего города. В бойцовском клубе ждут опытного боксера, действующего чемпиона России, чемпиона балтийских стран и стран СНГ по версии WBC Валерия Оганесяна. И надо отметить, что собрались в зале не только начинающие спортсмены, но и те, кто уже добился серьезных успехов. Всегда еще учиться. Всегда. Вот. А так мастер-класс тоже иногда показываю. Жду, что он будет показывать свои секреты, фишки свои. Вот учись нам к ним, чтобы мы тоже знали, чтобы мы тоже использовали в боях. Вот так, ждем его. Ну, мастер-класс обычно показывают профессиональные бойцы, которые прошли долгий путь, а у них есть свои фишки, свои секреты. И вот благодаря этим секретам, благодаря этим мелочам, в основном выигрывают тяжелые бои. Вот из-за этого они очень влияют. Вот надеемся, сейчас покажет нам мастер-класс по боксу. Преодолев вечерние пробки, Валерий Оганесян наконец-то появляется в спортивном зале. После небольшой вступительной речи он начинает мастер-класс. Двигаемся без удара. Я вам покажу, как правильно двигаться. А важно, чтобы задняя нога у вас была, не стояла на полу. Учиться у лучших – важная спортивная практика. Валерий Оганесян признается, что и сам подсматривал приемы у звезд бокса. И несмотря на то, что в копилке у него немало спортивных побед, он настроен добиться самых высоких спортивных вершин. Костя Дзю, Рой Джонс, тот же Мейвезер, то есть это титаны бокса. У каждого можно было что-то взять, попробовать на тренировке. Это все нормально. Мне нужен титул чемпиона мира. Основной, да. Я в гонке за ним. Работаю над документами, чтобы попробовать уже в другой стране себя. Следующий мастер-класс состоится совсем скоро, уже 10 февраля. Своими секретами мастерства со спортсменами поделится заслуженный тренер России Магомедхан Казиев, воспитавший несколько чемпионов мира. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.